Голосование запущено. С 22 октября каждый ярославец сможет принять участие в выборе нового оформления площади Богоявления. Выставки эскизов уже экспонировались в мэрии и на бульваре Мира. В четверг проекты перекочевали в выставочный зал Союза художников на улицу Максимова. Для изучения мнений ярославцев отведена неделя. Чтобы выразить свое отношение к предлагаемому дизайну, достаточно опустить листок с номером проекта в ящик и письменно оформить свои замечания в журнале. В зале Союза художников размещены 16 проектов, которые подлежат оценке жюри. Выставка будет работать до 28 октября, поэтому приглашаем всех жителей города и гостей прийти посмотреть и оставить свои отзывы и поставить свою оценку каждому из проектов.